Эй, новобранец, подумываешь вступить дивизион? Уверен, на нас ложится такая ответственность, что Гардианы из Дестини улетают обратно в Тауэр. Точно хорошо подумал? Тогда дай-ка я расскажу тебе про свои 5 часов службы, чтобы тебя не пришлось отскребать с асфальта после первых 10 минут в Нью-Йорке. Учитывая размеры территории и число бандитов, эти волки вас растерзают. Капитан, мы сами волки. Несмотря на весь творящийся в городе постапокалипсис, Нью-Йорк невероятно красив. Удивительные пейзажи, погодные эффекты. Ну а как прекрасны моменты, когда восходящее солнце заливает улицы некогда живого города. Но помни, город опаснее, чем раньше. И засмотревшись на великолепие опустошенного мегаполиса, можно легко нарваться на неприятности. Будь начеку. Но как только ты хоть немного освоишься, случайные перестрелки перестанут тебя напрягать. Уличные воришки тусуются в одних и тех же местах, хорошо простреливаемых и очевидных, которые можно выучить и обойти. Из-за этого рядовые бандиты быстро перестанут представлять опасность. А вот во время заданий превосходящий числом противник может доставить хлопот на любом уровне сложности. Враги умны, хитры. Они действуют слаженно и легко выкурят тебя из любого укрытия. В итоге миссия, для которой тебе не хватало какого-то уровня или двух, легко может превратиться в сущий ад. Но рано или поздно ты поймешь, что исход боя решают не пушки, а твоя голова. Если она у тебя, конечно, не в заднице. Даже действуя в одиночку, ты, хорошо подумав, сможешь сделать первый удар практически смертельным. А если взять на задание друзей, то благодаря координированным действиям вы сможете с легкостью подавить превосходящие силы противника. Главное, не забывай использовать способности. Поверь, любая из них может спасти тебе жизнь. Одновременно ты можешь использовать только 2 активных умения, и рано или поздно ты встанешь перед тяжелым выбором, потому как выбрать 2 важнейших из 12 очень сложно. А чтобы понять, что подходит именно тебе, придется много читать. И дай бог, чтобы ты не путал буквы, сынок. Да, это тебе не тупые пострелушки. Например, вся приличная экипировка дает не только огневую мощь и защиту, но и разнообразные бонусы к умениям. Так что если хочешь выжимать максимум из своего снаряжения, изволь знакомиться с инструкцией. Да-да, все прям как женщина и упаковка презервативов. И заодно, посмотри хроники апокалипсиса. Эти материалы позволят почувствовать все, что творилось в городе с самого начала эпидемии, и вспомнить, зачем мы здесь. Также не забывай, что цель бойца не только наведение порядка, но и поддержание высокого имиджа организации. Так что, как говаривал Барни Стинсон, найди нормальную шапку и сразу нацепи ее на голову. Ну да, не Гоша Рубчинский, зато не простудишься, нас и так мало. Не забудь про удобную обувь. Велосипедов нам не выдали, поэтому ходьбы будет больше, чем в фильмах с Александром Невским. И даже если кажется, что расстояние от тебя до цели не так уж и велико, ты, скорее всего, отвлечешься на второстепенную задачу. А потом еще одну. И еще. И еще. И ты даже не заметишь, как начнет светать. Доброе утро, Вьетнам! А главное, будь готов к чему угодно. Нью-Йорк большой, опасный, и к некоторым ситуациям ты не можешь быть готов. Но рано или поздно ты научишься выбираться из любого дерьма. Главное, помни, что тебе говорил генерал Пивоваров. Поэтому салага, ставь лайк, рассказывай друзьям и подписывайся на наш канал. Если ты не мамочкин сынок, конечно. Эта битва только начало.